В новый состав избирательной комиссии вошли 14 человек. Семерых назначил губернатор, остальных – губернская дума. Состав обновился почти наполовину, но кресло председателя по-прежнему будет занимать Вадим Михеев. В результате тайного голосования его кандидатуру поддержало большинство членов избиркома. Мы сконцентрируем свое внимание именно на обучении членов участковых комиссий и резерва членов участковых комиссий для того, чтобы к 2023 году нам подойти уже к переформированию всей армии, что называется, членов участковой комиссии с профессиональными составами, не хуже, чем члены областной избирательной комиссии. Заместителем председателя был переизбран Алексей Солдатов. Одним из самых молодых членов облизбиркома стала Екатерина Семочкина, которая ранее входила в состав молодежной избирательной комиссии, где пыталась повысить электоральную активность молодежи. Выборы, знаете, это тот вопрос, который должен касаться каждого человека, и молодежь в том числе, потому что молодежь – это наше будущее. Если мы сейчас не будем с ними работать и сейчас не будем рассказывать об избирательном процессе, то через 10-15 лет электоральная активность упадет. И это очень важно. По предложению председателя избирательной комиссии Самарской области, кандидатура Натальи Таран была выдвинута на пост секретаря. Решение было принято единогласно. Максим Магомедов, Николай Сидоров, «События».